там в четвертом звене не было центрального, и я так, насколько я здесь, Швангерадзе пока припечатывает соперника. Это пасечнику досталось новобранцу Тайфуна. Но Швангерадзе вообще славится, конечно. Тейший силовой прием, без вопросов. Станислав Яровой подбирает шайбу на точке, сближается с Носковым и какую красоту исполняет, а? Причем в достаточно тревожный для команды момент, когда она уступала в серии бросков. Давайте еще раз посмотрим. За этой работой рук, ног, клюшки. Вот здесь начинается волшебство. Прокидывает шайбу себе между ногами.